Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию серебряный рубль 1921 года на гурде Артур Гартман, РСФСР. Историческая справка. Газета «Труд» номер 122, пятница 29 июля 1921 года. Статья, заголовок. В Красном Питере. Монетный двор приступил к чеканке серебряных рублей. Производительность завода выражается по плавке серебра 50 пудов. И в день и столько же перекатка. То есть в день 50 пудов серебра перерабатывали. Завод выпускает ежедневно около 60 тысяч штук монет. Пока исключительно рублевого достоинства. Вес чистого серебра в монете рублевого достоинства 3 золотника 21 доля. Первая партия в новочеканенных монет уже направлена в Москву. Вот такая интересная статья была 29 июля 1921 года. При первой чеканке монет рубля 1921 года. В этом видео хочу еще поговорить о цене этой монеты. Давайте рассмотрим стоимость рубля 1921 года по годам. Цены возьмем с каталога и продаж на аукционах. Ценник на монеты СССР в состоянии X5, сентябрь 2016 года 1080-1100, это все состояние X5. Июль 2017 1360-2200. Сентябрь 2018 1450-2000 гривен. Ноябрь 2018 1140-225 гривен. Апрель 2019 1200-250 гривен. Каталог Максима Загреба. Вот, пожалуйста, каталог. В этом каталоге цена рубля 1921 года. Состояние Verify 1500 гривен. Состояние X5 3000 гривен. Продажи на аукционе Виолити. 21.11.2019 цена 1600 гривен. 09.05.2019 цена 1930 гривен. 16.05.2019 цена 2492 гривны. 12.12.2020 цена 1951 гривна. 12.09.2020 2000 гривен. 02.02.2020 280 гривен. Аукционы Украины в 2021 году. Реальная средняя стоимость рубля 1921 года в феврале 2021 года от 2000 до 2400 гривен. Состояние X5. Теперь, если проанализируем эти все цены, получается, что с 2016 года цена с 1100 до 2019 поднялась до 250 гривен. И средняя стоимость этой монеты составляет от 2026 до 250. Как инвестиция, привлекательна ли эта монета? Видно, что да. Рубль 21 года очень интересное вложение денег. Потому что рост с 1100 до сейчас максимально, ну то есть сейчас цена примерно средняя 2400 уже есть на аукционах. Это практически 120%. В течение 4 года рубль поднялся. И мы можем сказать, что это как интересы, как до коллекционирования, так и до инвестирования. Еще хочу заметить, что рубль 1921 года в состоянии X5 со штемпельным блеском сейчас уже нереально найти по цене до 2000 гривен. Их таких рублей в Украине с каждым годом становится все меньше и меньше. Состояние моего рубля. Состояние X5, может даже X5+. Реверс монеты смотрим. На звезде. Нет потертостей.
и ударов. В цифре 1 вот эти вот планочки, да, там, или как черточки, в идеальном состоянии, обычно стираются. Четкое изображение дубовых листьев. Поле смотрим чистое. Местами еще остался штемпельный блеск. Я еще часто смотрю по ободку, вот ободок гурта, вот я вожу по нему, он острый. Часто, ну, вот я смотрю те монеты, которые в обиходе, этот ободок стирается. У меня на монете этот ободок острый. Аверс. Герб. Смотрим. Вообще супер состояние. Местами. Также блеск есть. Четко видны зубцы. На серпе, где серп и молот, на серпе четко видны зубцы. Вот серп и молот, если взять. Обычно сразу же вытираются эти зубцы. Колоски, которые на солнце, вот где, за, ну, где вот серп и внизу колоски на солнце, тоже отлично видны. Хорошо всматривают, обычно они тоже затираются. С правой стороны, теперь смотрим, в районе буквы, в районе букв Н и Я, тут есть брак чеканки, там же, где буква Т. Я предоставлю фото более четко, вот здесь сейчас, да. Есть такой небольшой брак чеканки, тут наплыв. И где еще восклицательный знак, тоже есть брак чеканки. Ну, такой небольшой, они совсем еле обсматриваются. Вот я сейчас положу монету, так будет легче. У меня уже такая третья монета, которая на аверсе, там как бы есть какие-то наплывчики небольшие, там, ну, непонятный чекан, как бы. Могу предположить, что это просто были одни из первых монет, которые чеканились, одни из первых партий. На такую сохранность, вот, которая у меня, я поставлю резерв 2000 гривен, там, надеюсь, набьется. То есть это реальная цена за этот рубль. Состояние здесь идеальное, можно сказать. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах.